Итак, в Steam запустили новую такую интересную штуку под названием Steam Trading Cards Beta. Это своеобразные карточки. Карточки даже, не своеобразные, что я говорю, просто карточки, которые выпадают во время игры в определенные игры. На данный момент доступны... Ну, эти карточки выпадают в таких играх, как Counter-Strike Global Offensive, Portal 2, Half-Life 2, Don't Starve, по-моему, Dota 2 и Team Fortress. Вот, я собрал все 5 карточек для Counter-Strike. Вот, Global Offensive. Кое-что мне выпало самому, и остальные по обмену получилось достать. Вот, и теперь хочу... повысить себе уровень в Стиме. Вот здесь вот обозначение уровня. Это, скажем так, особо ничего не дает, но если есть такая возможность, то почему бы не использовать ее? Вот. И еще из этих из собранных карточек, которые надо скрафтить, вот видите, здесь кнопка Ready, можно сделать, скажем так, можно получить фон для Стима, то есть я так понимаю, что вот здесь вот будет фон какой-то у меня, если я его выиграю. Можно получить, что еще там, ну какие-то смайлики дурацкие для чата стимовского, опять же. Можно получить скидку на какую-то игру или DLC для игры, вот. Ну и еще какие-то мелочи. В общем, дело в том, что я впервые собрал карточки и просто хочу попробовать в первый раз скрафтить что-то из них. Возможно, кому-то будет интересно, как это вообще делается, и кто не видел. Я сам в первый раз делаю, поэтому... Итак, вот у меня есть карточки для CSGO. Анархист, Балкан, FBI, IDF и SWOT. Все карточки, все 5. Вот кнопка Craft Badge. Хочу сказать, что как только я... скрафчу, скажем так, эти карточки, они исчезнут, и у меня уже не будет возможности заработать их заново, по крайней мере, насколько я знаю. Вот, только можно будет у кого-то на что-то их обменять, и если я опять соберу 5 карточек, то я еще раз могу повысить свой уровень и еще раз что-то там дополнительное выиграть. В общей сложности всего так можно сделать 5 раз. Вот сейчас пробую сделать первый раз. Крафтинг. Итак, он что-то из них делает, с этих карточек. Вот, я получил 100 очков, то есть у меня уровень обновится. Я получил бэкграунд, фон для моего Steam аккаунта. Я получил иконку, смайлик для контры, из контры, скажем так. Вот он. Я получил скидку 33% на игру Galactic Civilization 2 Ultimate Edition. И я получил 5 слотов для друзей в Steam. То есть, я так понимаю, что если список друзей в Steam заполняется, а там, видимо, есть какие-то ограничения, то чтобы никого не удалять, можно использовать вот этот список. Собственно говоря, все. А, ну да, и я получил уровень, как я уже говорил. Я был 8-й, стал 9-й. Вот такие дела. В принципе, пожалуй, самое интересное из этого всего это уровень и фон, вот этот, который я сейчас попробую поставить. Кстати, не знаю, как это делается. Профиль. Вот, редактировать профиль. Что-то я долго тупил, смотрел не там. Так. Вот он, бэкграунд. Сохранить изменения. Посмотрим. Вот, поставился профиль. В смысле, бэкграунд. Вот так теперь выглядит у меня бэкграунд. На фоне из Counter-Strike 2 товарища. Ну вот, надеюсь, что я вам более-менее объяснил, что да как. Хотя сам толком не понимаю еще, и, естественно, все это было сумбурно. Но в любом случае, спасибо за внимание.